Только какой лестник! Вот это ударище, друзья! Вот это попадание! Неужели это кислицы? Нет, не кислицы, это Илья Калинин, я понимаю. Ну и вновь, на народном месте такой удар совершается. Cut that Irene in skinny pieces, and she's leaning with her face, but you love your baby. Top of the money, need to hear an A. You're talking about she, you don't see the shame. Check yourself, you take anything, but you cut to feel anything. Мяч накатился после этого прострела в ворота. You're a pretty little star boy. Look what you've done. Мечется удар и 1-0. 1-0 в пользу удара. К сожалению, во втором тайме Здесь удар. Хорошо, и открывает счет в матче карагандинцы. Как здорово сейчас сыграл футболист Шахтера. Ух ты, какой удар! Этот гол претендует на гол Никола Акуни. Просто шикарный год. Вот Марат, наконец-то, такие голы полетают нечасто. Смотрим повтор. Пятка. Ну и опять же, если мы уже вспоминали, что in the blue moon slime with a new edition. That's the only thing you need to set a piece. 20 rocks of paper cut from every new piece. И удар, и пяточка в старт. Смотрите, что мы видим в Кустанае. У нас все играют и забивают пяточками. Не так эффектно получилось, как у Тайрулина, но тем не менее, такой же красивый гол, да. От португальца Карлос Фонсека. Отличный розыгрыш углового и гол в исполнении 40-го номера. Разбегается, бьет и гол. Цири пропускает. Патрик. Фонсек на ворожки. Удар в дальний угол и счет матча Закиров демонстрирует чудеса сейва. Реакции все-таки добились своего. Актюбинцы и Радин-то прекрасным ударом отправляет мяч. Девятые аплодисменты покидают пределы поля. На вес штрафную удар. И все-таки мяч залетает в ворота. Непонятно, кто коснулся мяча последним. Эсаула устремился к центру поля. Центр правой фланги, подача в штрафную. Абсолютно один короткий, скидывает под курьера и промазывает. И вот опасно, и второй мяч в сетке ворот. Подключился к атаке Думан Мерзилдаев, капитан Кайсара, и его удар по центру ворот не смог Адионов установить. Қайрат командасы ойыннан 18-ші минутында алғашқы отыр голдың авторы Исаел Барбот. Милатович играет до конца, по краю защитника Алдабасе. И еще один гол. Ворота Жасура Марцинкевич.
ворота. Великолепный пас от партнера и не менее великолепный удар под касание нападающего. Удар поворота, еще становится влияние. Дмитрий Шамко заряжает в пушку. И никто не помешал. Ох, друзья, вот так, вот это гол. Короткий разбег. Вот хороший, блестящий удар Патрика Твумаси на 26-й минуте матча. Я думаю, мало кто ожидал из игроков ЧСУ, что вот такой рывок совершит ганский футболист и решит пробить дальним ударом. Впрочем, удар Томасова! Да, блестящий удар! Вот вам и Марь. Не особо был заметен в сегодняшнем матче. Вышивает и ворота попадает! Вот это гол! Наверное, лучший гол этого тура. Ну что, ветер, конечно же, помогает, но нужно было так еще иметь закрытие. Не получается. Курыгин, Миличевич. А вот тут-то может. Еще удар! И это гол! Александр Тимчевич, это Макс Пизелли.